Всем привет, с вами Неломоп. Мы сегодня продолжаем проходить игру под названием Rayman Origins от компании Ubisoft. Что она нам и представляет сейчас на экране. Нажимаем Enter и нажимаем Играть. О, я 5 зубов пока что спас, всего лишь половину, можно сказать, прошел. Рокочущие пещеры. Вот я не помню, на чем я тут остановился. Наверное, на этих пещерах. Сейчас я посмотрю. Рокочущая пещера. Или меня там не пускали эти существа, которые говорили мне свирепые полчища. А, наверное, можно будет на этот уровень запустить. Сейчас мы его заценим. В любом случае, глянем. Вот я бегу. Так, мы здесь не были, 100%. Ой, а там какие-то мухи летают сверху. На меня сейчас не нападут хотя бы? Они как-то распугиваются, я так смотрю. О! Ай! Ай! Я же не знал, что они бьют. Ай! 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 Больно! Я же не знал этого. Спускайся вниз аккуратно. А там мешок с золотом. Как до него добраться? Я хочу его тоже заполучить. Такого мы еще в жизни не видели в этой игре. Такого еще не происходило. И что я тут должен сделать? Ударить? По колоколу? И что с мухами происходит? Они бушуют. И что мне должен теперь? А, у меня защита. Ага. А, ненадолго защита работает. Я вот под колоколом нахожусь. Понял. Я просто не понял механику, как оно работает. Теперь мне все стало понятно. А музыка... Ту-ру-ру-ру. Что там внизу? Уходим. Идем еще раз вниз. А, я думал, там какой-то секрет будет. Секретов не оказалось. Я что-то надобывал. Ну, даже жука надобыл. Опа, достал. О, музычка. А, я же ударил по нему. Почему у меня не засчитало? Я же по нему ударил хорошенько, тем более. Прошел уровень с горем пополам. Была еще, кажется, одна. О, даже не одна. Попрыгаем, время есть. Так. Кажется, я напрыгал на максимум. Поехали дальше. Фух. Что мы имеем? О, музычка. Вау. Барабанная дробь. Барабаны, опять барабаны. Барабаны, пустите меня наверх как-то. Барабаны, пускайте. Тут где-то секретный уровень. А он там сверху был. А, наверное, вот так надо. Секретный левел. Нашелся. Ууу, прикольно кричат. Ага. Понял. То есть надо двигаться, когда по этим вот светящимся штукам. Как они двигаются, так и я должен, по идее, двигаться. 3 вороны. Сразу же разбил решетку. Фух. Спас, молодец. Идем дальше. Так, опускаемся спокойно. Колючки! Ай! А что там внизу было? Ай, я прозевал. Попробуем пройти вниз. Ага. Ворона. А, вот секрет внизу. Нашел. Спрятали от меня драгоценности. А, нет, только не погибнуть. Погибать не надо, но. Ай! Яшка, а как тогда? Как ты должен двигаться сразу же с ней? Может, не нужно вообще-то лезть? От греха подальше. А я уже все, я туда обязан ползти, я понял. Ну, есть вариант еще вот тут пройти вот так.
О, пролез. Ай-яй, пробей же ее! Пробивай же! Опа. О! Есть, пока что получается. Пари, 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 пари! Раймон, пари! Раймон, пари! Так, бьем колокол. Так, пока все хорошо, вроде как. Ай, вниз не надо, вниз не надо, но уже все, уже. Боже, какие сложные уровни тут. Да что ж такое, он, я нажимал пробел, он как-то не слушается меня, этот Рэймон. Я ударил? Я не ударил. Вот теперь ударил. Вот у меня сейчас сложный. Есть. Опа. Есть, собрал приличное количество причем. Все, конец левела. Ну я много там упустил этих всяких штукенций, да? Ну что поделать, что поделать? Бей. Бумц. Та-та-та-та-та-та-та. Вы видели, как я могу? Оказывается. О, хпшку забрал. Уходим, уходим. Это что за барабан? Активирует вот эту штукенцию, да? Не нужно теперь двигаться за ней. Или с ней вместе. А как же здесь пройти? Ай-я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 й. Неси меня, неси меня наверх. Ай, а я, кажется, умер. Я, кажется, погиб. Эти мухи, это невыносимо. Я еще все прозевал в своей жизни. Она и так не сладкая. Ай, я успел, 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 успел. Собрал более-менее нормально. Бум. Бум. А, нет, только не это, только не падение. Медленно, медленно, медленно. Идем с этой вот штукенцей. Что это такое вообще? О, колокол активировал. Так, мне нужно как-то проходочку, чтобы не организовали. Ой, надо с ней двигаться вместе с этой фиолетовой штукенцией. Что она такое крутится, без понятия. Но я вижу явно, что она на моей стороне. Так. Надо лететь, походу, потихоньку. Вот так, аккуратно. Опускаться. А дальше куда? Ай, тут нужно было бежать. А я что-то там ее подумру. О, где-то секрет. Нашел, нашел. У-у-у, залазим. Так, на комаре. О, комаров я люблю. Комариков я люблю, только мне кажется, что тут комары могут комаров подвести немного. А, я не должен был вниз опуститься и стрельнуть, да? Так, я по-другому это пройду. Колокол, раз. Вы почему-то называете штуки колоколами? Ну, они так звенят. Держусь, 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 держусь. Ай! Ай! Я не должен был погибнуть. А нельзя их мог просто засасывать? Просто так бы летел бы, если их засасывал просто-напросто. Мухи, пошли вон. Опускаемся, опускаемся. Аккуратненько, оп, аккуратненько. Оп, о, теперь получилось. О. Ай! Ой, почти прошел. Чуть-чуть там осталось в конце. Чуть-чуть. Еще раз полет устроим. Вроде бы уже на опыте. Нижний. Пролетаем.
Держимся, 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 молодцом. Оп. Почему? Почему меня там не пропускают? Это все из этих гадских попугаев или кто они такие, птиц красных из Angry Birds. Как им больше урона нанести, чтобы они меня пропустили? Так, я пока держусь. Вот здесь сложности сейчас начинаются все. Все, спрыгивай. А, я должен всех перебить их всех, понял? А-а-а-а. Я должен всех их уничтожить, чтобы мне проход открыли. А-а-а. Как-то умудриться, нужно их всех расстрелять. Ну да, конечно же. Мы во всех таких уровнях должны уничтожить всех противников. Потом нам открывается возможность разбить ящик. Стреляем, стреляем, стреляем. Надо здесь стоять, короче, я понял. Стоишь здесь и их фигачишь. Тогда тебе откроют проход. Ну и что дальше? А-а-а! Еще и верхний барабан! Я его не понял, я не понял, как это вот именно как раз пробить решетку. Ну, с птицами теперь понятно. Там нужно как-то просто прицелиться, попасть барабан, и тогда будет открыто проход. Так. Так. Я отсюда даже в барабан не попаду, походу. Попадаю, не попадает барабан. Видите, он не попадает барабан отсюда. Надо двигаться за этой штукенцией, значит. Как-то вот так. О, боже ты мой, ну это было реально сложный челлендж. Это было непросто. Ну, если знаешь, как проходить, конечно же, с первого раза можно пройти. Но если так сразу, нет. Не получится. Так, прошли. Двигаемся дальше. За руку. О! Что-то еще что-то выпрыгивает мне, может быть. Бонусы. По одной, по одной, по одной. Копейка, копейку бережет. У меня уже он 200 с чем-то их. Все. 233 целых набил. Так, что мы тут имеем? Бумс. О! Еще и хпшка прыгает туда-сюда, летает, смотри. Ну по ней бахнем. Так, хорошо. Барабан. Барабан, барабан, барабан. Барабан, барабан. Еще один. У меня то колокол, то барабан. Почему не гонг? Это же гонг. Я так успею, так медленно бегу себя, вальяжно. Успею, конечно. Так, все красиво пока что проходится у меня. Оп. Ходим. Как я классно все прошел. С первого раза, не погиб нигде. На тебе. И тебе на. На тебе. Гладкие. Гадкие птички красные. Подсрачника вам всем. Последняя птичка. На! На! Долечу? Долечу. Есть, сундук вскрыт. Пробел? 256. Максимально можно было 350 набить, видите? Даже 300 не набил, к сожалению. А мне улыбки очень сильно нужны. Немного мне не хватило. К сожалению, вот так. Ладно.
На луговину снов идем. Луговину. Ну, немного улыбок заработано все равно было. С мухами мы справились. Назывался «Свирепые полчища». А тут что у нас? «Коварные ветры». Ой, сейчас будет нас, наверное, везде носить ветрами туда-сюда-обратно. Нам нужно будет учитывать эти потоки воздуха. Ой, меня уже засосало куда-то уже. Все, назад пойду. Обратно меня возвращает. А если я так хочу в левую сторону, к примеру, хочу прыгнуть? Опа, секрет найду, если... Я так и знал, что здесь что-то будет. Здесь два варианта. Либо вот так сразу в трубу. Так, тут хп-шка. Ветра. Летим в воздух. Собираем бонусы. Так, пока что все просто. Нет, не хочу в трубу. Верните меня обратно, не хочу в трубу. Они меня засасывают в трубу против моего желания. Я тут что-то насобирал. Меня куда-то выплевывают постоянно. Этими трубами. Не хочу я внутрь. Перелететь, наверное. Конец уровня. 68 я насобирал светлячков. Маловато. Так, активируются ветра. Отключаются. Активируются. Ну, летим. Нет, только не смерть. Только не смерть, пожалуйста. О-о, нам туда. Хотите, чтобы я это забрал, что ли? Потоки ветра, как я и прогнозировал. По названию было понятно, что здесь будут такие чудеса твориться. А, тут надо было барабан прыгнуть, наверное. А, это засасывает, это выплевывает. Засасывает, это выплевывает. Папи, ну там же ж был секрет еще. Вот там, вот тут вот. О, я же говорил, что здесь секрет. Нужно его пытаться пройти. Конечно же. Конечно. Внизу что-то есть. А, там птичка была. Я хочу, чтобы меня засосало. Только не сюда. Подожди, я что-то не туда пошел, кажется. Ну, не нужно было мне это засасывать. Я не хотел этого. Нет. О, теперь получилось то, что я хотел. Так. Теперь сюда. Все, меня теперь должны пустить ящику моим смайлом. Зарабатываем еще один смайл фиолетовый, радостный. Идем дальше. Секрет мы раскрыли. Можем двигаться, в принципе, на следующий этап. Так, опять ветра бурные. Бурные-прибурные ветра. Которые нас поднимают в воздух. Активно причем. Ай. Такой какой-то непонятный... Как это называть правильно? Это буря песчаная, да? Все пособирал. Нет, только не в трубу. А, не, нормально. О боже ты мой, я думал, сейчас где-то получу урон. А как-то так все обошлось хорошо. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Тут не чуть-чуть. Ай, только... Вот это меня, конечно, побило. Колючки. Только не колючки. Только не это, нет. О, хп, хп, хп. А там что-то сверху еще есть. Вон, смотрите-ка. Та-тан-тан. Тут много богатства. А тут что? Еще одна проходка. Там же был уже вроде конец уровня. Там где-то в другом месте. Тут два сделали конца. О, хп. А внизу что? Шипы. Понял. Хп потерял. Молодец. Молодец, что сказать еще могу по этому поводу. Еще опять молодец. 208.
можно вот на этом уровне насобирать. Вниз тут на шипы прыгать не нужно. Просто забрать себе вот это дело. Как это забрать, чтобы не погибнуть? Аккуратно. Стараюсь очень аккуратно. Тут можно на месте, по идее, парить, и все будет хорошо. Так, тут все чисто. О, какой здоровенный птенчик колючий. О, там какой-то секрет, по-моему. Да, секрет. Может, здесь улыбку заработаем еще одну? Ну, наверное ж. Обычно таких уровней... Ай! Да что ты будешь делать? Как там справиться с этим всеми делами? Так, смотрю еще раз. Прыгаю. Оно и так меня... В принципе... Ой, меня кто-то в космос унесло. Давай. Она сейчас лопнула. Ну, жизнь потерял, но зато спас. Улыбку заработал. Неплохо. Так, прошли. Спускаемся. Аккуратненько. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Идем дальше. Так, у меня 250. Мне бы 300 хотя бы набить, правда? Обычно 300-350. Получаешь две улыбки. Хотелось бы побольше. Но я, видимо, это уже не получу. Пропадет. Нет! Иди сюда. О, забрал. Каждый светлячок этот, каждый дорог. На вес золота. Ай! Случайно сделал прыжок необдуманный. Тут что-то непонятные потоки ветра. А что это за кнопка такая? Ага, ты что-то отключишь. Ага, чтобы ты мог пройти, ты отключаешь эти вот вентиляции, скажем так. Так, вверху жизнь есть. Вверху там что-то есть еще интересное. Я не знаю, тут когда на самом деле нужно тебе идти вниз, либо же вверх. Наверное, вверх. Тут просто собрать можно бонус. О, я ее забрал. Много. 303! О, это вообще крутяк. Но теперь наша цель 350, нас собирать этих вот. Их называют светлячками. Но на кого они еще похожи? Как они на светлячков? Тут нет какого-то секрета? По-моему, нет. Корни такие опасные, колючие, приколючие. Должно где-то здесь есть какой-то секрет с корнями связанный. А там ничего нету, я просмотрел. Я думал, там какой-то секрет хотя бы немножко бы чего-то бы спрятали. Вот здесь явно какой-то секрет, да? Золото. Вернее, не золото даже. А светлячки драгоценные наши. Которых мне 316 насобиралось уже. 316, это уже. Так, собираем. 321. Только не говорите мне, что уже конец уровня. Я хочу, чтобы у меня было 350. Еще один левел дайте мне, чтобы я насобирал 350. Улыбка здесь, да? Все сделаю, знаете как? Так вверх взлечу. Супер, да. Так, двоих уничтожу. Лечу снова вверх. Будто бы тут какая-то гравитация другая. Бам. 329 я насобирал. Не хватило мне немного до 350. 300-350. А, 302 улыбки. То есть мы медаль не заработали, а заработали 2 улыбки. Ну хорошо, тогда я довольный. Потому что я думал, что я сейчас не заработаю 2 улыбки. Для меня улыбки самое главное, потому что мне, когда я имею много улыбок, у меня открываются новые уровни. Вот. Это как бы важно. Пробел. Назад на луговину снов. Успею ли я пройти еще что-нибудь? Вряд ли. Просто времени не очень много. Но у меня вон... Браво, открыт новый секрет. Док...
докучливые храмы. Вот это, я думаю, я пройти обязан. Давайте вернемся на это. Как там? Как обратно вернуться? Назад. Backspace. Докучливые храмы. Это я хочу пройти эти. Вот я зуб могу заработать для... Вот. Вот сюда мы пойдем. Обязательно. И здесь у меня, кстати, на первом уровне что? Не заработано... Какая-то одна улыбка, здесь все заработано. Здесь тоже одна. То есть надо будет еще, может, потом поиграть. Игра в тени. Поехали, попробуем. Но я так помню, что такие уровни сложные. Такие вот на перегонки нужно там, короче, как-то тоже подобрать. Сделать подход нужный. Вот этот вот. Ну, как обычно, беготня начинается. Так. Легкие прыжочки делаю, слабые. Ай! Да что ж такое? Я, видите, немножко не рассчитал прыжок. А тут такое в тени так постоянно будет, да? Видимо, постоянно. Нет, вот так. Легкий прыжочек. Большой прыжок протяжен. Ай-яй-яй. Большой прыжок, потом маленький. И надо с края самого прыгать. Тут можно долететь. Можно даже не крутиться. Маленький. Большой. Маленький. 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 О, теперь все вроде... А, так, это что? Я уже проходил. О, теперь все получилось идеально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот там я плохо прыгнул, да? Походу я плохо прыгнул. Тяжело, тяжело. Ай, все, проморгал, по-моему. Да, я все промаргиваю, все пропутаю, у меня все. Так, возобновить. Но я обязан это пройти в любом случае. Раз. Ай, все, лопнул. А, нет, не лопнул. Я думал, я уже там два раза об шипы ударился и конец. Так, первый раз я прыгаю большим прыжком. И он там цепляется. Маленький, большой. Маленький, 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 маленький. Оп. О, это я еще. Это я уже прохожу спокойно, в принципе. Ай. По-моему, до этого момента я еще не доходил. Я потерял жизнь. Я догнал его! Я догнал сундук! Но я немного попыток сделаю. Вот он, кристалл. Сейчас мы, короче, еще пойдем в этом к дереву. Как он там называется? Храпун дерева, да? Ну, что сказать. Такой халявный уровень, потому что не было такой графики какой-то прикольной, да? Вот, 6. Как теперь храпун дерева? Букву S нажимаем. 6 зубов я уже ему дам. Отдал. Смотрите, а что будет, когда я ему, интересно, отдам все зубы? Че он совершит? Подвиг какой-то. Вон. Он все равно меня боится. А что за подсказки здесь, смотри? Начни звездный тур по земле. Покойников принеси новые мертвецкие зубы. Но мне еще 4 зуба найти. Получается, наверное, все. Конец игры. Увидим, что там будет дальше. В любом случае, пока что мы с вами завершаем эту серию. Спасибо всем за просмотр. С вами был Неломоп. Увидимся в следующих видеороликах. Мы играли в Rayman Origins. Всем пока.